своды залиты все. Угу. И... Да, колокола большие повесили. Да, да, я вот сегодня рассказывал. А языки когда будут? Ну, давайте, когда все сделаем, а то начнут тренировки. Да? Могут? Ну, захочется каждого дернуть, мне кажется. Пока не будем. Смысл какой? Сдали в лабораторию все эти оболочки, которые залили. Так. 7 дней уже простояло, как с этими. Как только придет нам заключение, мы разбираем вот это, что сверху будет. Уже будет красиво, будет видно колокол, своды вот эти все. И пойдем дальше кладку. 11 рядов. У нас сужение дальше происходит? Значит, или так же? Нет, сужение какое будет? Сначала 11 рядов, потом будет ровно. Так. Потом будет еще между колокольное пространство, между этих, но между звонницами. Как там 2,7 метра, а здесь будет 2 метра. Так. И потом с каждого по метру сужение. С каждого. Так, и когда мы выйдем на установку шпиля? Значит, у нас по графику 30 декабря второй ярус монолит. Декабря? Декабря. Нет, 30 ноября. Третий ярус 30 декабря. 30. Ну, вообще, мы, вот сегодня я говорил, шпиль мы будем монтировать в феврале. Да. Да. А здесь начинаю его собирать. Угу. Отдельные часы, отдельный шпиль. И дозалачивать вот здесь. Хорошо. Два места. Хорошо. Значит, начинаю в понедельник собирать на помосте вот эти детали. Угу. И сразу на второй ярус вот эти все 8 колоколов уйдут туда. Хорошо. За указанный период, с последнего совещания, на счет русского Кремля пришло 83 645 рублей. Да. Расход составил 6 078 рублей. Остаток. В данный момент остаток на счетах у нас 9 444 000. Да. Каких банках рассказывается? В двух банках. В первом экспрессе у нас 9 425 000. Ну, точно считаем, что этих денег нет уже, да? Ну, мы собираем пакет документов, чтобы выставлять установленным порядком требования к банку. Ну, когда вы требуете, когда вы пакет документов? Мы планируем в понедельник передать, потому что выписку из Единого государственного реестра нам только в пятницу дадут после обеда. К тому пакету документов. Заверим документы нотариусу, которые положены, соберем копию. И сколько, в понедельник выставим. Сколько на счету в Сбербанке? В Сбербанке 25 000. То есть у вас в первом экспрессе 9 425 000. Хорошо. Всем понятно, да? Будем собирать 9,5 миллионов по новому. Что делать? Так вот нам первый экспресс подсуропил. А когда вы планируете восстанавливать вот, дороги и так далее? То есть мы же обсуждали это, да? То есть после завершения работы, ну, когда это же когда будет? Ну, корпус пройдет, если все будет нормально. Ну почему? Некоторые мы можем работы начать и сейчас. Ну, сейчас съемку делаем. Да, мы говорили об этом, что после завершения основной строительной работы, потому что здесь же грузовики ходили, потому что кирпич... А нет, все будет восстановлено в августе месяце. К августу месяце. Да. Понятно. Да, протокол пошел занести, что... Все расходы, все... Пула реставрации, да, так сказать, у нас все поврежденные, так сказать, поврежденные все дороги, которые были повреждены за время строительства, соответственно, до 15 августа, да? Да. До 15 августа. Так, еще у нас есть, коллеги, хорошая информация. Значит, сейчас, подождите секундочку. Ну, просто тоже будет касаться реставраторов. Может быть, это будете вы, может быть, не вы. Значит, соответственно, мы договорились с Министерством культуры, нам выделили 220 миллионов рублей на восстановление храма в Епифании. Поэтому мы будем тоже его восстанавливать в рамках, так сказать, подготовки к 700-летию празднования Сергия Радонежского. Аукцион уже объявлен и состоится когда? 19 ноября. 19 ноября состоится уже торги состоятся. И мы предварительно договорились о том, что нам будут выделены деньги на восстановление нашего, так сказать, Успенского собора, живописи, иконостас, иконы, ну то есть полностью внутреннее убранство. Мы планируем, что к следующему дню области, 14 соответственно, да. 13 сентября 2014 года, мы уже, может быть, даже первую службу проведем. Да. Ну, то есть там тоже ориентир празднуют дня рождения Сергия Радонежского. Да. Сергия Радонежского. Немного назвали вашего русского Кремля, да. Потому что мы взяли на себя обязательство, что мы будем еще заниматься социальными целями. Теперь мы называемся региональный фонд возрождения и развития объектов культурного наследия и поддержки населения Тульский Кремль. Хорошо. Мы все уведомления, все организации отправили, в нужном порядке.
Теперь у нас функция. Ну, мы же не останавливаемся только на Тульском Кремле. Да? Так, точно. У нас еще есть колокольня в Веневе, которую надо тоже восстанавливать. Поэтому мы потихонечку будем, так сказать. Подтвердили выделение на проект 3,5 миллиона на следующий год. Ну вот, хорошо. Поэтому у нас есть чем заниматься. Вот и Эпифанию будем с вами вместе все заниматься. Вот, поэтому несколько расширим, но Тульский Кремль надо в следующем году полностью все работы будет завершать.